Благотворительное пожертвование с кошельков, поддерживающих протокол Сегвит, стала принимать международная некоммерческая организация WikiLeaks. Она занимается публикацией секретной информации, взятой из анонимных источников или при утечке данных. Планируется, что нововведение позволит уменьшить комиссию, оплачиваемую при передаче пожертвований неравнодушными пользователями, и увеличит количество благотворительных взносов. Это станет возможным благодаря более рациональному использованию ограниченного пространства блокчейна биткоина. Пользователи смогут осуществить пожертвования как на основной адрес платформы, так и сгенерировав одноразовый приватный адрес.